Всем привет! Меня зовут Киселева Оксана, и я менеджер онлайн-магазина Нижегородской пряжи. Сегодня я хочу вам рассказать и показать пряжу, самую ходовую пряжу российского производства. Итак, самая популярная пряжа российского производства – это пряжа Лидия Сильвер. Ее выпускает Семеновская фабрика. В состав пряжи входит 50% мериноса, то есть пряжа не колючая, мягкая, пряжа не вызывает дискомфорт. И 50% акрила, то есть изделие из нее получается износостойкие, пряжа не косит, хорошо держит форму. Метраж этой пряжи 1600 метров в 100 грамм. Допустим, если вы будете вязать изделие из этой пряжи на машинке 5 класса, самое комфортное вязание на одной фантуре в 3-4 нити, на двух фантурах 2-3-4 нити. У нас представлен очень большой выбор этой пряжи по цветам. То есть у этой пряжи очень большая палитра цветов. Изделие из этой пряжи можно стирать в стиральной машинке не выше 30 градусов. Изделия не садятся, не линяют. Пряжа подходит для промышленных и бытовых вязальных машин. Данную пряжу покупают трикотажные фабрики, трикотажное ателье. Ну и, конечно же, ее можно использовать для ручного вязания. Из Лидии Сильвер вяжут все, начиная от детских изделий, заканчивая спортивными костюмами, юбками, брюками, кардиганами, шапками и так далее. Отмот пряжи мы делаем бесплатно. Посылочки высылаем в любую страну, в любой город. Почта России с деком или любой транспортной компании на ваш выбор. Жду ваших заказов, пишите. Всем пока!